А ты знаешь, что новое обновление будет уже завтра? Да, братанчик, у меня тоже челюха слетела. Присаживайся поудобнее. Если ты ждешь нового обновления, прямо в эту секунду прожми лайк и подпишись на мой канал. Я тебе расскажу про подарки в новом обновлении, про новый БП и, конечно же, про дату обновления. Она очень-очень скоро будет. Поэтому, братик, присаживайся поудобнее, а мы стартуем. Когда же выйдет новое обновление 0.27.0? Я вам скажу даже более. Мне ответил разработчик по этому поводу. Но перед этим давайте немножко аналитики. Первое обновление, а именно обновление 0.18.0, оно вышло 31 декабря, то есть один день до Нового года. Следующее обновление 0.18.0 вышло 23 декабря, за одну неделю до Нового года. Потом следующее, это то есть прошлое новогоднее обновление 0.22.0 вышло 25 декабря, то есть за 6 дней до Нового года. Что же это означает? Это означает только одно, то что точно даты выхода обновления ее нету. Сами разработчики говорят: да как мы все доделаем, так сразу оно и выйдет. Поэтому, ребята, обновление может выйти в любую секунду, то есть прямо сейчас, завтра, через минуту. Поэтому, мужики, я бы на вашем месте подписался бы на мой канал, потому что у меня первый выйдет обзор на новую обнову. Ну что же, а теперь давайте поговорим про подарочки. Я знаю, вы их обожаете, я их тоже обожаю. Ну чё, мужики, любите подарки? Я люблю, и вы любите, да? А разработчики, походу, их не любят. Что же нам разработчики подарили? В позапрошлом году нам подарили Charm Giftbox. В прошлом году нам разработчики подарили вот такой вот Charm Christmas 3. Примерно 4 года назад нам разработчики подарили гифтбокс. Вот он, тот самый гифтбокс, который стоил 50к. И знаете, что потом разработчики сказали про этот гифтбокс? То, что это была большая ошибка, потому что этот гифтбокс, по их скромному мнению, нарушил экономику стендофа. А я вот считаю, то, что гифтбокс полезная штука. И давайте-ка мы посмотрим с вами одну из лучших реализаций этого гифтбокса. Как же это было бы прекрасно, если бы нам разработчики подарили этот гифтбокс. Ребята, это было бы очень замечательно. Посмотрите, гифтбокс 2024. Да, его не будет в стендофе, но давайте хотя бы помечтаем, помечтаем про эту малышечку. Точнее, Harmony Keramid Gold. Я сейчас заплачу, там еще не Glow Raid был. Вы посмотрите, что падает. Хэштег добавьте гифтбокс. Обалдеть. Вот бы всем так, да? Хотели бы, пацаны, Glow Raid? Кто хотел бы Glow Raid себе инвентарь? Прожмите лайк и напишите в комментариях. На что же у кента стоит очко мамонта и что 100% будет в новом обновлении? Первое, это новый БП. Ну это миллиард процентов. Ну не было ни единого обновления в жизни, в истории человечества, чтобы не было нового БП. Это же заработок разработчиков. Но что будет помимо нового БП? Конечно, новый БП — это ясен пень. Конечно же, будут еще, ребята, новые режимы. Да-да-да. Я думаю, будет по-любому как минимум 2 новых режима. Что же будет еще? Конечно же, ребятки, будут новые спины. Это прям миллион процентов. Посмотрите, прямо над моей головой это колесо удачи. Не было ни единого обновления новогоднего, чтобы разработчики не добавляли спины. И в прошлом году, и в позапрошлом году были новогодние спины. Поэтому в этом году они будут тоже 100%. Поэтому, ребятки, готовьте вашу голдишку. Ну и, конечно же, будет новогодняя карта. 100%. Разработчики каждый год изменяют какую-то карту в новогоднюю стилистику. Для чего же они это делают? Чтобы было новогоднее настроение. Для чего же еще? Что за глупые вопросы? И в этом году, ребята, это будет карта Сакура. Потому что в этом году будет год зеленого дракона. А какая карта больше всего под это подходит? Конечно же, карта Сакура. Кстати, да. А как же будет называться новое обновление, ребята? Мало ли кто в танке, будет называться Frosty House. Именно так будет называться это обновление. И как же оно будет выглядеть? Эту картинку тоже уже давным-давно слили. Монтажер вставляем. Но прямо сейчас давайте посмотрим одну из лучших реализаций новогоднего обновления. Я говорю сразу, у вас отлетает челюха после просмотра этого видео. Смотрите, что мы заходим в игру, сразу получаем на выбор один из 3 подарков. Ребят, а что вы выберете? Ну, ясен пень, гифтбокс 2024. С него же может упасть тот самый Diglow Raid. Ну, а Кэнди Кейн тоже довольно-таки прикольно. Обратите внимание, как все сделано качественно и круто. Я бы очень сильно хотел, чтобы все это было у нас. Ну что же, мы выбрали, ребятки, Кэнди Кейн, мы получаем леденец. И знаете, в чем прикол? Это временный скин. Что такое временный скин? Это означает то, что после Нового года этот скин пропадет. Поэтому как можно быстрее применяй этот скин и играй ним вместо ножа. Обалдеть, ребята! Вы посмотрите, я же говорил, что это будет год дракона. И тут тоже нарисован дракон. Кстати, да, обратите внимание, то, что у нас тут написано 30 дней. Название коллекции. Frosty House Collection. Да! Да! И
еще раз да! Ничего себе, ребята, как же это круто! Дальше есть кнопочки информации, если мы ее нажимаем, мы можем прочитать инструкцию. Данный предмет пропадает с инвентаря по истечении срока 30 дней. Ну ясен пень, мы это уже и так знаем, поэтому, ребятки, пролистаем инструкцию куда подальше. Обратите внимание на этот обновленный, крутой интерфейс! Ну скажите честно, вы хотели бы поиграть? Я бы очень сильно хотел, просто прикиньте, как же это было бы классно. Хо-хо-хо! Где же взять галдисочку? Где же взять новые топовые скины? Братанчик, а ты в курсе, что на булдропчике прямо сейчас раздача бесплатной карамели? И ты эту карамель можешь поменять себе на топовые скины! И у тебя будет инвентарь еще лучше, чем мой! И ты приготовишься к Новому году! Поэтому, братик, знай, булдропчик — это топовый дропчик. Сверху на башку, и ты видишь секретное слово. Ты водишь его и забираешь свой приз. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. А теперь давайте внимательно посмотрим, леди и джентльмен, новый пак. Кстати, да, про пак мы поговорим чуть попозже. Новая коллекция Frosty House, как я и говорил. Да это же просто имба, как же это круто. Конечно же, ссылочку на автора я ставлю в описании. Так, ребята, а это новая коллекция. И обратите внимание на эти скины. Давайте я скажу честно, скины реально стрёмные, потому что они... А чё они все белые? А чё они все в снегу? Вы чего? Ну реально, что-то максимально странно выглядят, но по всей видимости скины очень странно. Хотя стоп, это же скины за серебро. Стоп, если это скины за серебро. И плюс, тут еще есть скин на хаешку. Я хочу этот пас, это просто шедевр. Ребят, я извиняюсь, забудьте все, что говорил плохое про этот пас. Это имба, какой же он красивый, это за серебро. За серебро, прикиньте. Вау, ребята, как же это было бы классно. Дальше смотрим. Новые режимы. Новый режим! Безумный Санта. Пацаны, кто помнит режим Безумный Санта? Прямо сейчас прожмите плюсик в комментариях, проверим, сколько нас. И режим Атака Снеговиков! Блин, вот это имба! Как же я сильно хочу, чтобы это все было в реальности. Ну что же, мы начинаем игру в режиме Атака Снеговиков. Вот сейчас, ребята, будет максимально весело. Ну что, леди и джентльмены, вы готовы? Начинается карточка, и вы посмотрите, есть кнопочка «Осмотреть карту». Не, первым делом посмотрите на карту. Блин! Эту карту делали... Почему она вся в леденцах? Как-то максимально странная карта, но окей. Нажимаем кнопочку «Осмотреть карту». И у нас происходит осмотр карты! Блин, вроде бы дефолтная функция, но... Ну, я хочу, чтобы она была. Я очень сильно хочу, чтобы она была. О, гифтбокс лежит. Ничего себе, крутяк, снеговики, леденцы. Это переделанная карта арена. Ёлочка! Раз, два, три, ёлочка, гори! Да ты шо, иди сюда. Уважаемые разработчики, если вы это не добавите, я очень сильно на вас обижусь. Пожалуйста, добавьте. Вот прям один в один все как тут. Только леденцы можно убрать, их слишком много. Рейнбоу стикер пак. Теперь давайте немножко говорим про паки. Да-да-да, Рейнбоу стикер пак уже более 3 лет, ребята, находится в стендофе. И как вы думаете, пора ли его убрать и добавить на рынок? Конечно, пора. Поэтому вполне невероятно то, что именно на этот Новый год его уберут и вместо него добавят какой-то новый пак. Это было бы нереально круто, просто представьте. И самое главное, что потом бы Rainbow Sticker Pack вышел бы на рынок, и мы все с вами смогли бы заработать. Но перед тем, как вы прямо сейчас начнете покупать Rainbow Sticker Pack и себе инвентарь, не спешите, потому что чаще всего разработчики заранее всех предупреждают, мол, ребята, Rainbow Sticker Pack уберут с магазина, поэтому успейте их закупить. Поэтому ждем сообщения от разработчиков. Ну и большой советик от Кента пока. Перед Новым годом успейте, ребята, продать все ваши скины. Я советую их продавать прямо сейчас, потому что потом, после обновления, все эти скины очень сильно подешевеют. А вам будет нужна голдишка, чтобы открывать колесо удачи. Поэтому, пацаны, у меня 102 тысячи голдишки на балике. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, если понравилось подобное видео, прямо сейчас прожмите лайк. Напишите в комментариях, если вы ждете обнову, почему вы ждете, что вы ждете больше всего. Ну что же, с вами был ваш Кентука. Всем хорошего настроения, хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока. Ну, ответ по поводу точной даты выхода обновления будет у меня в ТГ. Прямо сейчас приходи, подписывайся, ссылка снизу, там мне ответил разработчик. Все, почти, все жду в ТГ.